Есть такая цитата, что человек, который первым придумал колесо, был идиотом. А вот который придумал остальные три, вот он был настоящим гением. Но я считаю, что человек, который придумал Ниву и прикрутил те самые четыре колеса, вот он по-настоящему крутой мужик, вот он инженерный гений, мастер, плейбой и настоящий просто красавчик, который придумал машину, которая живет на конвейере по сей день. Петр Прусов. Вот он сейчас там охуел от такого вступления. Впрочем, как и вы. Но почему я так сделал? Потому что, когда вышел новый Бронко, я сказал, что это американская Нива. Вы сейчас меня можете закидать тухлыми помидорами, но я считаю, что эти машины одинаковы. Да, я понимаю, что это современный рамный внедорожник, но все равно я считаю, что они больше одинаковы. Во-первых, они обе дешевле всех своих конкурентов. Во-вторых, они обе веселые. В-третьих, они обе конструкторы. Они созданы для того, чтобы лепить что-то из них на оффроуде. В-четвертых, у них одинаковый тип подвески. В-пятых, Форд на самом деле такое же сыпучее говно, кроме Фокуса 2.1.6. Любим, помним. И одна машина гниет, у этой протекает крыша, вылетает лобовое стекло. У этой тоже есть история. А у Нивы есть Бронто. История Бронко начинается в 1966 году, когда кому-то приходит в голову идея, а давайте создадим компактный дешевый внедорожник. И поскольку до дымящихся кроссоверов типа Каена, X5, 4.8 оставалось очень много лет, было решено сделать типа такого маленького Бронко, который что? Был очень простой в салоне, его можно было бить всячески, складывать туда доски от серфинга, собственно, заниматься серфингом, быть серфером и что? Курить шмаль. И так все продолжалось вплоть до 96 года с разными поколениями, но в целом все нормально шло на фоне эксплореров, экспедишнов. Это был маленький такой джипчик, но ему пришлось уйти на покой на 25 лет. Уходила ли Нива на покой? Нет, никогда. Лишь в 90 каком-то году ей только рестайлинг подвезли в фонари, наконец-то от шестерки перевернули, вот так вот вертикальными сделали, и все. И до 2030 года еще будут делать, и будет всем доказывать свое превосходство. Спросите, какого она года? Ты такой скажешь, а какого года? Главное, что едет. Но спустя 25 лет, наконец-то, миру явили вот этот кузов, который моментально влюбился во всех своим дизайном. Все повально влюбились в такой ретро-оттенок. И некоторые тюнеры уже доводят его еще более в ретро-стиль, когда ставят белые штампы, белую крышу, там хрома наводят, крыша настоящий стиль. И мне нравится, мне по-настоящему нравится автомобиль внешне, мне нравился, как он вышел. И мне нравится, что в целом многие автопроизводители нацелены на такое, так сказать, отсылки. То есть у них есть еще Мустанги, у Шевроле есть Камара, у Сузуки есть Джимни такой ретро, а у Паши техника походы в рехаб. И когда я здесь был в июне, во-первых, всем было насрать на это, а во-вторых, я приехал снимать Бронко, но нигде не мог его найти, потому что единственный, который был, сорвался, дилеры не давали его, в ренте его не было, а знакомых больше не было. И вот спустя огромное количество времени, их уже продают в России, их сняли всякие автообзорщики, всякие журналы, и я вот такой, вот. История дизайна Бронко достаточно интересная. То есть был Jeep Wrangler и Toyota FJ Cruiser, после чего они и появился Бронко. Не моя шутка, но я не мог ее не рассказать. Но все равно это лучше, чем вот этот недо Бронко, самый какой-то непонятный, у которого, фары. Вот он некрасив. Есть ли вопросы к дизайну Нивы? Нет, ноль вопросов. Идеально с самого начала и все. Зазоры, три пальца, это просто ветер.
Поэтому, если вас что-то заинтересовало, то на сайте Форшафта вы можете найти и Форд Бронко, и Нива в огромном количестве, и, естественно, Land Cruiser 200. Вот в таком исполнении, где уже все подготовлено. Просто бери, покупай и катайся. Переходи по ссылке в описании и выбирай свой автомобиль на сайте Форшафта. И как вы могли заметить, у нас пятидверный кузов. Более каноничный, конечно, трехдверный, но скажите спасибо, что он не черный и не белый. Спасибо. Вот, но я уверен, что он все равно лучше сделан, чем пятидверная Нива. Знаете вы, как ее делают? Я вот узнал. Сейчас покажу. Значит, берут Ниву трехдверную. За это нас отключает Брауни. У Нивы тоже есть Black Edition, значит, за 2 миллиона. Они берут ее, распиливают. Потом берут часть от другой Нивы. Приваривают. И возвращают отпиленный кусок. О! Получается, Нива за 1,5 миллиона. Топ-гир хотели? Вот он. Почему такая пауза? Ну что я должен был? Лабораторию снять, показать вам, как Нивы распиливают? Чего вы молчите? Мне же больше достанется. Это наука. Как едет данный новый автомобиль? Он едет хорошо, он едет нормально, потому что он новый, тут нет ошибок, и у него пробег всего 200. Ну вот, мы едем уже 120, и вы слышите ветер. Эта крыша со мной разговаривает. Какая разница, ехать на трицикле или на бронко? Мотор при этом у нас не самый низовой, где 2,3 литра, 4 цилиндра, мы нормальные ребята. У нас 2,7, 330 лошадиных сил, турбины. И что, это самый ломучий мотор, у которого отваливаются вкладыши, там все летит в тартарары. На каком пробеге это произойдет, неизвестно. Надеюсь, не при мне, не на моем тест-драйве, потому что если это произойдет, я опять попаду в рабство. Что еще могу отметить про этот мотор? Что у него отвратительный звук. Просто кусок симфонии, напоминающей газель. Когда вы знаете, вот в школе едешь на маршрутке, здесь сидишь, передаешь всем мелочь. У него механика, он в гору, там все груженные, зима. Так... И тебе в коленную чашечку при этом зарядил. Ты такой... Ну вот, да. Наверное, трехлитровый мотор, тоже V6, который может быть. И побасовитее будет. Может быть, и поприятнее тяга будет. Хотя не скажу, что испытываю какой-то дискомфорт, но и не скажу, что Мустанг, а хотелось. А есть еще Бронко Раптор. Поэтому приз за самый отвратительный звук V6 я отдаю сюда. Да. Пройдемся по внешке нашей специальной версии снежного человека. Значит, больше колеса. Потом стоят амортизаторы Бильштайна, желтенькие, которые чуть-чуть увеличивают просвет, 294 миллиметра. То есть вы становитесь больше, вы становитесь шире, вот эти расширения, фендерочки побольше. Металлический бампер, здесь непонятная матовая наклейка. И самое главное. Нету покрышки, как у Нивы, которая в случае аварии прошибает вам голову, и домкрата нет. Того самого, который подкручиваешь его. И все. Что касается интересных моментов, как я сказал ранее, при ДТП зафиксирован случай, когда лобовое стекло немножечко вылетает. Также был отказ тормозов, была отзывная компания. У моторов 2.3 летели турбины, у этих версий иногда клинит мотор, клапана там не открываются вовремя. Что еще из интересного? А, рулевые тяги еще ломались, вот. То есть, да, тут независимая подвеска для того, чтобы машина была более городской, более комфортной. Но когда люди башат по оффроуду, почему-то ломается. Ну и, конечно же, крыша. Сколько про нее написано в форумах, как она выцветает, она отслаивается, водичка там попадает, плесень. Давайте попробуем ее снять прямо в онлайне. Я еще этого не делал, но я очень надеюсь, что тут, как в Toyota MR2, хотя бы попроще. О! О, куда мне это присрать теперь? Как же это все удобно, сука. Вот это, конечно, очень мощная конструкция, такая прям кусок такой на клей посаженный. Выглядит достаточно профессионально, по-автовазовски.
Наверное, если его весь разобрать, будет интересно. У дилера есть различные аксессуары. Я был в салоне, там, короче, было... вместо двери можно поставить вот так две трубы. Типа, вроде бы закрылся, а вроде бы чувствуешь все остальное. Но у УАЗе нашим тоже козля разбирается, кстати, все. У меня когда у отца фонарик украли, он пошел, купил кусок стекла и просто поменял. Я думаю, эта машина, как и первый Бронко, больше подходит для серфа. Для стильных чуваков, которые... Фла, а кто будет на оффроуде? Конечно же, выберут рейлер и будут так же друг другу вот так вот делать. О, я оффроудер, я тоже оффроудер, о, блин. Но ведь он создан для оффроуда. И что я тут катаюсь вам по асфальту? Надо, как говорится, съезжать. У нас версия Wild Track, которая дополняется названием «Снежный человек». Из-за чего у нас подвеска Бильштайн, увеличенный просвет, большие колеса, и мы можем себе позволять ездить чуть больше уверенности, чем стандартный Бронко, хотя не знаю. В целом, джиперы не очень полюбили эту машину, потому что все спереди независимая подвеска, что, конечно, для города хорошо, но для истинного джипера, который не может вывеситься на скалах и провисеть там полдня, это отвратительно, потому что он хочет, чтобы машина вот так вот вывесилась, ты поставил там какие-нибудь военные мосты от грузовиков, от КамАЗа, от истребителя, чтобы было вот так. Ну, я не силен в оффроуде, но смысл там такой. Чем больше железки и яйца, тем ты круче. Правильно? Правильно. Вот. Это же у нас стандартный абсолютно Бронко. И, кстати, мне нравится, что Ford первым начал продавать как бы стандартный, но достаточно заряженный автомобиль. Первым был Raptor. Он был подготовленным пикапом. И у них, что у Raptor и у этой машины, есть такой режим, называется Баха. Или что это, блядь, Баха? Потому что есть такая гонка. В Америке, там, в честь Баха Калифорния, Нижняя Калифорния. Это когда по пересеченной местности огромные пикапы на подвеске носятся. И все, и прыгают, и занимаются всякой полезной ерундой. Я, кстати, хотел Ниву такую сделать прыгучую, но один из спонсоров зажал мне денег. Денис, есть идея. Что этот режим делает? По сути своей, вы просто носитесь на полном приводе, он чуть-чуть адаптируется, если попадаете на песок, он чуть-чуть там, перекидывает момент. Короче, делает за вас всю ленивую работу. Ну и передачи держит чуть дольше. Все. Какие есть еще режимы? Мне нравится, что тут написано Go Modus. Типа козел, но все знают, кого называют God. I'm gonna show you how great I am. Да, и ты можешь себе выбрать тут, естественно. Песок, понижайка есть, автоматически полный есть, принудительный полный есть, старт-стоп есть, а это значит у нас люкс, комплектация, потому что есть еще обогрев руля. То есть вы на природе при любой погоде понтуетесь, выделываетесь. А кому это нужно? Никому, потому что рядом подъезжает Нива, у которой колонки гнилые торчат. И что? Она уделывает все. Нет. Также в нашей версии сразу доступны все блокировки. То есть задняя, передняя, помощник для разворота при блокировке и все. Странно, что при всех опциях насыщенности по комплектации нету самого важного. Автоматического ручника стоять в пробке. Я привык. На Ниве такого нет. Там стоишь каждый раз. Оп-оп-оп. Давай, давай, милая, пошла, пошла, пошла. Чего тут нет, что есть на Ниве? Ручки открывания багажника. Ублюдочный. Но это фишка. Как у гелика хлопок двери, там ручка. Все подумают, что я до***ываюсь до нее. На самом деле, я ее люблю. Странно, что некоторые обзорщики, которые делали на нее, собственно, тест-драйв, почему-то сравнивают ее с крузаком. Вы что, там? Какой крузак? То есть существует Wrangler, который разбирается, который собрат, который вечно с ним в конфликте. Существует Defender, у которого также все прорезиненный, который весь такой современный, но, сука, внедорожник.
и вы выбираете Land Cruiser, который дороже стоит, который больше, который в принципе только одной комплектации может соревноваться, это GR Sport, в котором есть блокировки. Что за помойка у вас в голове, с***ка, а потом говорите, я клоун. А вот когда Мэтт Уотсон, стакана одевает на руки ковбойскую шляпу, это нормально, вы чё, я не знаю, как профессиональные джиперы будут чувствовать себя дискомфортно на дорогах. На нее стоит огромное количество тюнинга, все это сделает, это будет ехать. И даже если это, вас все равно смущает, почему Нива, которая дешевле, проще и постоянно в тюнинге, она везде пролазит, она везде как малявка вот так вот лезет. Да, легкая, да, короткая, лезет. История. Однажды мне в пользование дали Isuzu Bighorn поездить в Санкт-Петербурге. Я поехал к товарищу. Он говорит, поехали, покатаемся по лужам в лесу. Естественно, мы нашли такую лужу, где Isuzu Bighorn такой просто... Мы вызываем наших товарищей на крузаке 70-м, ждем. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется Нива, сука, с двумя мужиками, которые куда едут? Правильно, в магазин. Они такие подъезжают, пацаны, вас что, дернуть? Мы такие, ну, как бы да, но мы тут здоровые, рамники, а вы на ней. Они подъезжают, цепляют, просто бам, выдернули нас и уехали. Подъезжает крузак, о, а что, мы зря приехали? Мы такие, ну, пацаны, так бывает. А вы что, вот эту лужу не проехали? Да? Сейчас я проеду. Крузак, значит, разгоняется, заезжает и в лужу так. Подводная Одиссея команды Кусто. Я говорю, как? Это же крузак, вы на таких колесах. Как? А у нас блокировки не работают. Чё? Это что еще было? Твою мать! Зачем вы заезжали? Это отдельная история. Почему они заехали, неважно. В этот момент едет обратно Нива. Уже, естественно, там бутылочки вот так вот кляцают по салону. И они такие... Мы что, опять застряли? Мы такие, да, но мы сами справимся. И что они делают? Они просто разгоняются и эту лужу просто боком проезжают и дальше едут. А там 5 человек стоят и думают, Ниву надо было брать. Да потому что Нива — это класс. Нива — это супер, блядь, слава. Ниву любят даже местные шейхи. Ее покупали... Хрен знает, когда все все-таки угорали, о, какой-то шейх купил, потому что ему нравится. Была даже особая версия. Были версии на экспорт. Короче, много было всяких прикольных версий. И даже сейчас мы с тобой встретили Ниву современную на Cars and Cookies. Cars and Coffee иначе, но тут он Cookies. Она стояла тонированная на дисулях в цвете бронза. Я потом написал ему, не хочет ли он сняться с нами в Бронко. Он сказал, не могу. Сдаю экзамены, потом улетаю. Ну, в общем, не получилось. Но чувствую стиль. Чувствую стиль, наверное. Много видел фоток пацанов с Краснодара, где тоже очень чувствую стиль на них. Для вас вот эта вставка, пацаны. Расход у нас 15,4 литра. Многовато для современного турбированного мотора, я считаю. Ну что, кнопочки хорошие, резинки крутятся. 6 ауксов можно тут подключить, не знаю, любой самолет. Звук крыши отвратительный. Серфингом заниматься не захотелось, даже чуть-чуть. Я приличный парень. Ниву захотелось купить еще больше. Я, кстати, хотел купить Ниву на зиму. Я знаю, что это будет единственная зима, после чего она сгниет, но это стиль. Берешь, покупаешь черный потолок, 1000 рублей. Бам! Black Edition сразу. А разве они позиционируют себя как-то с Нивой? Или кто? Они конкурентные? Кто? Ну, Бронко с Нивой. Для меня да. Ты че, блядь? Ты вообще... Я тебе... Весь день говорю, что это то же самое, только другое. Понимаешь? Хорошо, давайте разговаривать как занудные пи***цы, блядь, с Ютуба.
это конкурент Ренглера. Но у Ренглера есть свои проблемы. Там мотор 2 литра турбо, трескаются рамы, и вообще это старая хуйня. Так? Нет, правда. Главное, чтобы ты кайфовал от нее. А я кайфую. Глупо сказать, что эта машина не нравится. Конечно, она нравится. И внешне, как едет, что она может, какой потенциал есть. Все в ней хорошо. Да, есть огрехи, но у какой машины новой их нет? У какой? Я знаю, у какой. Произносить не буду, но вы поймете. Там есть тройка. Название. Мазда. Да, с рестайлингом, естественно, уберут все эти минусы, поменяют крышу, они уже ее меняют. Поменяют, может быть, двигатели. Все будет хорошо. Мне искренне нравится, что они сделали такой шаг, что сделали такую машину, обвалили рынок, заставили людей, сказать, окунуться в ретро. Надеюсь, кто-нибудь будет следовать таким же примерам, и они сами не будут об этом забывать, а будут давать все такие же классные тачки, как Raptor, Bronco и, конечно же, Ford Ka. Хочу Raptor. Классная была тачка. А на этом все. Спасибо, что посмотрели нашу телепередачу. Подписывайтесь на наш ютубный канал, пишите комментарий из 5, а может из 15 тысяч слов. Это помогает продвижению. И ждите обязательно что-нибудь здесь. У нас будет новое, у нас будет старое, и нам надо воскресить семерку BMW, которая у нас покрылась мхом и птичьим дерьмом. Вот. А если повезет, там еще появится реактивный двигатель. На этом все. Йоу, я погнал!